Gracias, dice Chuchuit. Ya. Ya se будет. Так, ладно, пусть будет эта музыка. Надо включить Twitch. Где Twitch? Потеряв. Ага. Ой. Вамба, здравствуйте. Фаталечка. Здравствуйте, здравствуйте. А может, креветки с пастой? Ну, по сути. И не... А насколько меня хорошо слышно, подскажите? По сути, по количеству... Почему Twitch не водится? Алло. Twitch. Так вот. А... В смысле, два. Ну, мне тут неудобно просто читать. Близко слишком. И тут не листается. Судя по количеству креветок, сколько я купила, по-моему, это будет не паста с креветками. Потому что пасты... В смысле, два чата? В смысле, на экране два чата? Почему? Где? У меня один. А сейчас? Где два чата? Где? Объясните. А вот так, ну-ка. А вот так. А сейчас вы видите, как я его листаю? Спасибо, Садула. Ничего. Надо будет потом удалить, видимо, вот этот чат. Нет. Приветствую. Здравствуйте. Короче, у меня очень мало пасты. У меня пасты всего вот столько. Я не знаю, насколько это много-мало. Зато я решила, видимо, закупиться креветками прям основательно. Если что, я прям обожаю креветки всей душой, но я их сама не делаю, потому что это дорого. Ну, извините меня. Короче, я решила, это много? Реально много? Надо было одну покупать. Я хотела просто побольше креветок. Я чисто тысячу спустила на две... А, паста? А, ну ладно, ладно. Тогда все хорошо. Видите, тут еще как бы... Они прям огромные. И один большой минус... Они во льду. Я их не разморозила специально перед этим. Я не знаю, насколько сильно это повлияет на вкус, станут ли они резиновыми, но надеюсь, что они нормально растопятся, хотя они пару часов уже лежат без морозилки. То есть они плюс-минус отходят. Ну, это плюс-минус. Так, надо чат открыть. Мне. Арина, ты кто сказал, что я поделюсь? А кто сказал, что будут делиться? Я? Нет. Так. А как мне? Можно мне звук закрыть с твича? А только чат открыть. Как это сделать? Управление трансляцией. Так, сейчас. Далее. Мьюзик. Мне нафиг не нужна моя трансляция. Сейчас, секунду. Офигеть! Я сегодня, если что, немножечко не выспалась. У меня есть кое-какие проблемки, скажем так, девчачьи. Поэтому я сегодня в таком настроении. Игривом, скажем так. Так. А как мне? Сейчас. Да. Скорее, вас даже не сучий, а такой. Как это объяснить? Полугрустный, полумеланхоличный, полусучий. Вот как-то вот все вместе. Я хотела температуру еще померить, но по итогу я забыла. Вот. А бейсбол... Ну, я с утра выпила полтаблетки. Там, турецкий хороший бейсбол, я его выпила. Вот. Но я не знаю, насколько его еще хватит, насколько долго он будет действовать. Вот. Сейчас. Да, я пришел. One. Pause. Thank you for follow.
Здравствуйте. Здравствуйте, отдыхающим. Так. Наверное, надо будет отключить вам вот этот вот чатик. Вот. А можно так это сообщение? Хоп. Хотя, здравствуйте. Да не то, что болею, это просто называется женские дни. Джем, я подхожу к твоему уровню жизни. Питаюсь креветками одними. Угу. Хеллоу. Хеллоу, 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 хеллоу. Так, короче, по рецепту сегодня. У нас сегодня с вами паста с креветками. Вместе с шпинатом, вместе с помидорками черри, вместе с сыром, сливками. Там еще по рецепту идет соевый соус. Мне сказали, что лучше его не добавлять. И еще с чесноком. Вот. Слушай, давно пора. Может, это вы там зажиточные граждане, живущие за границей? Как бы, а нет, оу. Paul, where are you from? Welcome to the channel. I'm so sorry, just today I haven't English timers, but usually I have that in this side of window. Это кто тебе готовил домашнюю пасту с креветками? Вообще, вот нифига не стримит, нифига еще не работает, а питаются креветками, мажорные стримеры. Вообще-то гулинг такой заказали, я ничего не знаю. Вот. Ребята, что такое Холланд? Голландия? Нет, не Голландия. Это где? Это где? ₽500 килограмм креветок? ₽500. 300. Сколько тут? Тут с глазурью. А, 430 грамм. Чисто ₽500. Вот уже в два раза дешевле они. Ё-моё, полетели. Называется, заказали кукинг. Вот. Ленчик, это где? Кило диких 1600-1900 за килограмм. Это где-то Мурманск или Дальний Восток, где они есть. Вот. Лолита, нет. Стандартный женский 160. Вот. Win-win, здравствуйте. Ребята, они просто убегают, чтобы их не съели. Так что... Ой, бутерброд с паназиатской капустой. Это называется капуста кимчи, наверное. Я как человек, работающий в Паназии до этого. Ну, оба читай. И тот, оба читай. Сразу. Не, ну, на сегодня цель на стрим — это не пораниться, не обжечься, потому что последний раз я готовила, когда я делала просто яичницу, и по итогу получила ожог вот здесь вот, просто от того, что у меня на сковороде было масло, и когда разбивала яйца, которые предварительно помыла, капнула водой на это масло, и, соответственно, это масло начало выплескиваться на меня и оставило мне ожог на животе. Вот. Да сразу, давай. Ну, типа, у меня же нет ноута, а комп перетаскивать на кухню такое себе. Энди, здравствуйте. Ну, вот, это если что, чтобы вы могли сразу же вызвать службу спасения. Вообще-то, он еще даже не начинался. Почему вы не допускаете к экзамену еще до? То, что было тогда, вот когда обожглась, это было домашнее задание.
за него оценки не ставят. Экзамен сегодня. В смысле не пройден? У нас тут это... Только начало, ничего не знаю. Камера когда? Ну, в смысле, сначала микрофон надо купить для стримов. Сколько там? Я не знаю, у меня нет донат штуки. Или есть она? Нет, тут нет. А, да. Сначала микрофон, потом вебку, только потом. Вот. Ты вроде не ребенок, должна знать, что в масло нельзя воду лить. То, что я девушка, не значит, что я обязана любить готовить. То, что я девушка, не значит, что мне нравится готовить. Ну, сейчас, конечно, начинает нравиться, но... Да, мне 22 года, но до этого всю свою жизнь я не готовила. Я понимаю, что масло может поджечься потом по видосикам всяким, всякое такое. Но не было любви и тяги к готовке, поэтому я ничего не знаю абсолютно. И практически все разы, которые я готовила, это было на стримах. За все 5 лет стриминга все разы практически были на стримах. Так что... Так, а во второй же, наоборот, более резко события разворачиваются. Я, кстати... Я задала вам домашнее задание на эти выходные. Посмотреть вторую Дюну. Вы что думаете, я посмотрела ее? Нет. Ничего нового. А вот. Физику знать должна. И химию. Ты же училась в школе. Или что ты? Девушка не значит, что ты училась... Где тут логика? Не, она... Дюна вышла еще в марте же. Вот. Тебе не зайдет? Мне очень сильно понравилась первая Дюна. Я ходила на вторую Дюну в кино. Но на середине фильма, почти на конце, меня отвлекли от фильма. Я отвлеклась от фильма на 10-15 минут. И я пропустила весь сюжет. Все. Вот весь прикол. В этом проблема. Мне очень нравилась Дюна. То есть я посмотрела, сколько она, 3 часа идет, да, допустим. Я посмотрела где-то 2 часа, пустила 15 минут фильма, где как раз-таки началась кульминация, развязка кульминации, и все. Все. Минус весь сюжет фильма, потому что я перестала улавливать смысл. Вот. В смысле низ 2? Алло, а вы сами не сделали домашку, куда вы тут оценки ставите? И Дюна уже в цифре есть, в хорошем качестве. Так-то, Дюну можно еще и прочитать, и Дюну еще можно поиграть. Только ты знаешь, сколько там книг? Костик, здравствуйте. Сейчас начну. Сижу в котон. Логика в том, что вода переходит из одного агрегатного состояния в другое. Спасибо, мы по физике 5. Спасибо, я сдавала ОГЭ по физике. Не, Дюну 89-го я не хочу. Я понимаю, что в ней больше раскрытый сюжет, она более там подробно описывает все происходящее, потому что Дюна 2 оставляет еще очень много вопросов, и на них надо либо идти гуглить, либо идти смотреть ТикТок, либо идти читать книжку, либо смотреть разборы. Потому что там много моментов, которые они упускают. Но как-то 89-го года мне не хочется смотреть. Вот. Кому ты читаешь? Ну, релиз, знаешь, есть платная. В смысле? Ну-ка, это ты просто не объясни. Так вот, насчет Дюны и того, что релизы в 4К и так далее на платных сервисах, на платных таких, как Кинобаф, она уже выложена в хорошем качестве, с хорошей озвучкой. Вот, мы будем тоже с черным перцем на оливковом масле, но вот без укропа. Ну понятно, на Шаломе она будет смотреть, а не на Дюну. Если что, не люблю смазливых мальчиков. Так что Шаломе меня не привлекает. Не привлекает. Не угадали. Вот. Ничего не бесит, хз. Теперь еще и Джессика.
Джессика меня бесит по фильму самому. Не знаю почему. Вот Джессика для меня такая, знаете, хитрая, волевая женщина, которая вообще... Ну, ей на всех насрать, кроме себя и сына, скажем так, да? А Чайни, не знаю, Чайни мне нравится. Почему нет? А чё кукинг не в том доме, где сырник? А так где сырники делала? Это же съемный дом. Я снимала эту квартиру, почему там дом, где вы сырники делали. И... Тут... Да недалеко ехать. Ну там красивее было, конечно. Конечно. Да, Джессику твари выставили, не по канону. А как там был в оригинале? Ну, по фильму она такая себе, как бы, поэтому я не понимаю, чем она тебе нравится. Антихил! Малая, боже, я что? Ну, типа, когда я слышу малая, мне хочется вот так вот встать, типа, на карпаны и... Йоу, что малая, что за гопническая фигня? Вот, конечно, я с города гопнического, ну ладно. Вот. Папа, пошли по телефону. Что? Иди. А вы не хотели сделать будние дни для отдыха в субботу, воскресенье, стрим? Ну, в плане, мне что, два дня в неделю только стримить, это очень мало. Нет, мне наоборот удобнее в будние дни, потому что в выходные я могу, если что, взять и уехать на дачу к родителям, спокойно отдохнуть с ними вместе. Вот, насчет жюри, по поводу того, что я приготовила, не знаю, если бабушка согласится, то я дам попробовать бабушке. Вот. А если нет, то я буду это жюри. Привет, откуда малая? Правильно. Зачем сжигать-то свою квартиру? Причем тут сжигать, чтобы потом не убирать все говно с пола? Все намного хитрее. Вы что? 4К на нас жалко. Да в смысле 4К на вас жалко? 4К на вас не жалко. У меня как бы на кукинг ушло. Сколько? Креветки 1000. Ну, 2500. Фу. Фу, что за какашка играть? 2,5-3, наверное, на кукинг только ушло. Еще плюс 4 на дом. Не надо мне. Ой. Отдохнуть на даче. Вообще я не понимаю прикола, когда люди покупают дачу и ездят туда работать. Лично меня мама пыталась в эти выходные запрячь как-то и попросить, мол, Наташа, сделай то, сделай вот это. Но ты просто говоришь, мама, я тебя люблю, но делать этого я не буду. Я приехала на дачу отдыхать, поэтому... Кстати, я там в телегу выкладывала фотки с дачи. Там очень-очень красиво, так что антихил, можете зайти посмотреть. Там очень красивая елочка, вот чат подтвердит, что там очень-очень красиво. Вот, там в телеге все. Я не знаю, что там редко, что вы за креветки покупали, конечно. Блин, все красиво на кухне, трубы газовые советские. Даже цвет, как у меня. Так они покрашены специально под кухню. И кухня некрасивая. Мне не нравится. Вот. А так на даче... Я успела посмотреть на даче видео про роды. Ты не спрашиваешь меня, зачем? Мне просто интересна эта тема. А потом, что еще сделала на даче? Поспала, поиграла с собакой. Ну, как бы, на этом все. С родителями побыла немножечко. Вот. Нет, у меня было 18 лет, такой, знаете, типа загончик. Ну, даже не то, что загончик, а желание, что вот, хочу пойти там цветочки, хочу суккуленты выращивать, хочу там то-то, всё-то. Но надолго это не протянулось. У меня погиб тот цветок, который, в принципе, очень сложно погубить. Что за русская музыка? Я такое не слушаю. Почему это вообще тут? Hello from this. Вот вообще, на самом деле, я надеюсь, что нет. Но даже если меня земля потянет выращивать помидорки и зелень, то там негде на даче. Меня мама
выкинет сдачу, потому что у нее нет грядок. И она против грядок. Ей только елочки бы садить. Да ничего, нет ничего. Я не знаю, почему. Короче, вы мне включили на стриме как-то вот эту песню. Сейчас я вам включу ее. Сейчас включу. После этого у меня Яндекс.Музыка рекомендует постоянно русскую музыку. Так что это все вы виноваты, ясно? Не я. Вы. Ой, Hello на боку. Оплачиваем бедному стримеру Кукинг. А что с ФПСами? Просадки? No. Я не знаю, кто это. Но, если что, это не было нативным попрошайничеством. Это просто про то, что я постаралась ради Кукинга тоже. Фу. Спасибо большое. Пошел так. Два. Пошло большое. Ну все, получается, Кукин накопился. Оу, гимнаденс. Так, я хотела включить трек. Вот смотрите, доказываю, показываю. Да-да, Качейка, да-да, вы. Угу, а что там? А там никак не подкручивается, кстати. Спасибо большое. Правда, спасибо. Большое. В смысле, два раза в жизни? Насчет Gamer Girl, ну как бы у меня в Доте 3000 часов, да? Или 2500 тысяч часов в КС. Там около 1000 плюс разные игры. А что с битрейдом? Почему он такой маленький? Стрим не лагает? Блин, я песню не могу найти, которую вы мне ставили. Вот, нашла. Вот эту песню вы мне ставили. Все нормально? И после этого у меня началась русская музыка рекомендация. Короче, я пока... Нет, нельзя никого называть малыхой. Никого нельзя, ни Наташенька, ни малыха, ничего такого. Просто удалять не могу. У меня нет возможности удалить это с телефона. Никого нельзя так. Так. Мне надо поставить клетки вариться. Думаю, этого мало. Иду сюда. А. No. Так, я ни разу в жизни никогда не варила креветки. Никогда вообще ever. Поэтому у меня к вам есть вопросы. Ставлю. Добавляю соль. Жду, пока закипит, и кидаю креветки. Верно? Все правильно. Так, сейчас пока час включаю. Все окей. Так, надо соль. Нет, по-моему, нет, подожди. А, ну тут написано варено-мороженое. Ну, как бы они варено-мороженое, но с другой стороны, как будто я бы хотела еще как минимум минутку. Да, конечно. Красное же. Ну, наверное, не надо. Типа просто почистить и пожарить? Может, все-таки на минуту хотя бы, нет?
Ну типа просто это как лед. Нифига они большие. Пожаришь и норм. Так вот, а вот мороженое как чистить, поэтому мне кажется надо. Хорошо. Понял. Пожаришь и норм. Сваришь еще, ладно. Языка пытается. Кристалл, здравствуйте. Ну и ладно. Пусть будет разваренная. Ага. Схожу еще в магазин. А еще что? Все, ладно, только с мороженку пошла. Такого нам не надо. Так, ща. Да, короче, сначала рассказываю план. Варим креветки. Дальше. Варим креветки, варим пасту. Дальше. Делаем соус из помидорок, шпината, свинина. Правда, помидорки начинают резать, кстати. Давайте начнем. Только крабовые палочки, если что, нельзя есть, потому что в них есть глютен. А мне глютен есть нельзя. И пасту тоже нельзя. Но паста безглютеновая бывает. Все, понял, понял. Вообще в микроволновке не советуют размораживать креветки, потому что они будут жесткие. Это приедет доставка с уже готовыми пастой и креветками. Нет, я просто болею, поэтому нельзя. Да, еще микроволновка проявляет это. Так. Берем коричневые черри. Я думаю, что это много, слишком надо поменьше. Думаю, что столько хватит. Бухата. По скидке. Вместо 300 рублей 200. Много? Ладно, поняла. Ну, вот так. Да как-то это мало. Не, я хочу, чтобы все креветки. У меня прям много порций будет. Не-не-не, начайка, я имею в виду вместо 300, 200. Ну, типа, не повышение цены в два раза. Понижение. Понижение, понижение. Так, там водичка пока закипает. Ага, ага, ага. Так, ножик. А мне не видно. Так. Короче, без лампы выглядит некрасиво. Я посмотрела, и как-то мне не зашло вообще. Сейчас, подожди, сяду. Ну, сейчас покажу. Некрасиво. Некрасиво. Вообще, насчет того, что стиралка на кухне, мне кажется, в советское время это была обычная практика. Потому что у меня у родителей стиралка на кухне, тут стиралка на кухне, и как бы... Мне кажется, это норма. Ножи не точат. Ой, не точены. Как классно все режется. Круто.
Круто, круто. Спасибо. Спасибо. Понимаю. Ну, я, например, у родителей в той квартире там стиралка с загрузкой сверху. Вот. Филимонита. А, в смысле на улице. Ты сейчас помыть? Я уже помыла. Так что это не переживайте. Да ну моё. Они просто не режут. Абсолютно. Что это такое за шум? Вы слышали шум? Так, окей. Они все равно плохо режутся. Они должны быть такие коричневые. Я просто до этого всю свою жизнь не ела черри, а недавно начала, и они были всегда обычные. Тут они зеленые. Так, это норма? Может, поэтому они были по скидке? А музыка меня не прикрикивает? Вы слышали? Что это было? Прям. Нифига себе! Я лох и чмо! Знаете что? Я сломала ручку. Нет. Я, короче, вот эту подожгла, но у меня вот эта штука стояла близко к вот этому. И у меня шум был от ручки, у меня ручка оторвалась. Ну, типа, вот кусок ручки. Она сломалась вот там. Я подожгла ручку. Я думаю, что за шум, а это пластик горит и шумит. Алло. В смысле? За такое не надо ругать. Это нормально. Между прочим. Тебе и тут подпалило все. Я еще и тут пластик подпалила. Точнее, силикон. Класс. Я реально сломала ручку. Ой. Да. Так считаю. Вот самый большой фейл был, это не вот это, а когда я пару месяцев назад играла со своей собакой и хотела кинуть ей кость. Просто кинуть кость собаке, и кость... Блин, я не хочу мараться красным. И эта кость собаки, которую я кинула, она отбилась от пола. Что с FPS-ами? Немножечко поседают как будто. Она отбилась от пола и сломала стеклянную дверь в ванную. Теперь у нас ванная с дыркой. Просто потому что я лох. Доки, давай мы, смотри, изменим кусь на обычный привет. Чтобы все было нейтрально. Вот. Это как уронил байк, купил, это как сел, дал. Ты про вот это? Что за грустная музыка? Я вроде включила энергичную. Ну, не, я кинула на пол. То есть вот представим, что это пол. Я кинула на пол вот так, она отбилась от пола и вот так вот отскочила в дверь. И сломала дверь. Стекло. Там прям дырища.
Случайно. Я нет. Сразу говорю, что не умею. Так, нам надо еще чеснок почистить. Я думаю, что 3-4 зубчика хватит. Ку-тетя. Тетя. Так. Что за грустная музыка? Ой, боже мой, что? Что у меня за музыка? Это моя рекомендация. Лол. Юрий, спасибо за фоллоу. Еще не загибает пока что. А, телефон зеркалит, это передняя камера, поэтому это правая рука, не левая. Но если что, например, в телефоне писать, я могу и левой рукой, зубы чистить могу левой, есть могу левой. Ну, как бы писать я не могу левой. Но основные задачи какие-то левые, спокойные, потому что я посмотрела в детстве серию «Губки Боба», где он говорил про амбиверта и использовал, соответственно, две руки. Меня это очень сильно зацепило из детства, поэтому я пыталась использовать обе. Вот. Так. Такой вот параноик немножечко. Так вот, Джен, ты здесь. Ты мне про Джессику расскажешь. Она в книгах была не такой какашкой. А здесь тоже только левый. Чисто из-за привычки. Так. А еще я решила схитрить, и я не стала покупать обычный сыр, который надо натирать на терке. Я решила немножечко облегчить себе задачу. И я купила просто на терке сыр. Ну-ка, спойлери, рассказывай, что там было. Ну-ка, ну-ка. Пока я буду чистить. Ну, такой себе показатель, ребят. Вообще, кому-то, например, не нравится готовое что-то вот такое покупать, наверное, резанное, потому что неизвестно, как резали, неизвестно, типа, с каких продуктов, на-на-на. В общем, такие люди тоже есть. Например, сегодня смотрела YouTube, и там Монеточка, певица, рассказывала о рецепте ее любимой закуски с помидорками. И для нее обязательным условием был голландский российский сыр, который не нарезан, который она сама натрёт, потому что он типа более вкусный. Я не знаю, чем и так ли это и есть на самом деле. Сейчас бабню. Почему не скипается? Я хочу скипнуть. Откуда у меня русская музыка появилась? Стоп, настроить. Иностранный, бодрая. Ты аниме хочешь? Я могу так посмотреть. Ну, типа, завтра я с вами пообщалась. Хотя я и так могу. Не поймали, я думала, он сломал. А какое аниме? Да. А зачем, ну, на телефоне камера лучше? Я случайно. Сколько отдыха от аниме тебе дать? А какое? А какое?
А что такое КРД? Ну-ка. Так, 4 зубчика, я думаю, нам хватит, короче. Ой, там одна уже закипела. Закипела. А, кино рассекающий. Но мы смотрели кино рассекающий демонов, но я его совсем не помню, если что. Но это так, чтобы понимать. Но я могу сама посмотреть первый сезон. Вот. Так. Добавляем. Кидаем на минуту. Егор, типа это Поло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вообще, наверное, я бы магическую битву посмотрела. Потому что я хотя бы её не знаю вообще. Нет? Или что лучше вообще? Денежки. Вот, я бы магичку лучше дала, потому что я еще не видела ни разу. Ой, хотелось. Так, это я могу выкидывать. Так, что нам надо? Нам надо начать отваривать пасту, поэтому пошли смотреть. Хотя, я думаю, еще рано, надо сначала креветки почистить. Их будем долго чистить, их много очень. Деточка, а ты не лопнешь две пачечки? Забочусь о бабушке. Я тоже что-то думаю, что она стоит, будет холодная уже. Так, у меня вообще есть газ? Да, есть. Сейчас я найду половник. Так вот, вот. Ну-ка. А сколько их вообще? Сейчас, секунду. Сколько пасты варят? Взяла я вчера специально перед стримом гуглила различия пасты. Пасты фетучини от пасты. Как это называется? Я не знаю, как это называется. Фиг знает. Ну, вот штуку друг шлаг. А сколько варят? Cooking time, 5 минут. Так, ну я думаю, весь лед уже отпал за эту минуту, потому что она кипяченая была. Думаю, что можно доставать и чистить. Вообще, здесь они огромные. Вау. Спасибо большое еще раз. Так. Надо куда-нибудь слить. И найти тарелку для шкурок. Ё-моё! Чего себя не ломалось? Как тяжело-то. Так а можно же, ну, не по 3-4 серии смотреть, а по 6, например. Или вообще там марафоны устраивать.
Или лучше потрогать. Ну, все равно надо так смотреть, чтобы Вова мог смотреть. Ну, в плане тот человек, который заказал, чтобы могли смотреть. Вот. Так. Хотя я же могу это... Их вот так доставать. Зачем мне эта штука? Могу. В принципе, могу. Ты имеешь в виду, что это будет очень долго, если по 6 серий смотреть? Ну, не на сутки, но... Ну, что, дай-ка. Почему? Потому что работать нельзя будет или потому что я устану? Не, ну если такое пропущение, то как бы, в принципе, можно. Hello, Дана. Ну, в смысле брать полтора часа разговора? Я стримлю же не просто для того, чтобы с вами что-нибудь посмотреть, а стримлю в основном, чтобы пообщаться с вами. Алло. В смысле брать разговоры вначале? Это невозможная функция, ее нельзя никак сделать. На минуточку. Жесть, крови так много, я не думала. Надо было одну пачку брать. Да ты не сможешь, у нас полперни такие. Ты засталкеришь. Bad idea. Ну, в смысле, нет, надо же, чтобы все смотрели. Чтоб ты эмоции видел тогда, да? Ну, можно делать, например, по 6 часов в анимешке. Или вот смотреть понемножку её. Типа общаться, а потом идти смотреть. Всё. И каким образом я застыла Кирилл на прошлом месте жительства? А куда она потом? Не хочу. А, да? Я просто забыла уже какая-то. Да вообще огроменный. Ну прям куча. Слишком много. Я думаю, что этого мало. Наверное, побольше. Правда. Ну, заказ побольше, конечно. Ну что? Оба-на. Очень вкусно. Можем съесть. Так. Открывай чат. Музыку сбавляю, потому что она так что очень громко, я даже этого не заметила. Мне показалось. У меня просто тут сообщение от Антона Катона. Малынка, показать тебе мою креветку. Там Анютка пришла. Без звука, наверное. Фу. А почему? Почему они красные? Не поняв. Фу! А почему? У меня никогда не вытекал красный сок. Ну, то есть, у меня обычные креветки, они прозрачные вытекали. А почему? Воу, hello, my team! Нет, не хочу. Я просто прочитала выше, что было. У меня просто телефон загрузился только сейчас. Вот. Насчет, в принципе, магической битвы, то если смотреть, например, по сколько... Ну нет, лучше смотреть просто долго, мне кажется, нет? То есть общаться и вот просто стримить, как обычно, и смотреть там вот по 4 серии. Ой, что-то они разварились прямо, да? По 4 серии смотреть, по... 5-6 серий смотреть, например, за день. Мне кажется, вот так нормально будет. Чтобы не слишком много, ну, в плане, чтобы я не перегорела, чтобы мне хотелось смотреть, и чтобы у меня еще время было на свою жизнь. Мама. А,
Wow, this is a pasta with... Как сливки на английском? Как сливки на английском будут? Не знаю. Cream? By the way, pasta with shrimps. А куда мне чистый класть? No, not bolognese, not alfredo. Я не думаю, что рычание это то, что надо убирать, как минимум. Привет, Серафим. Как твое настроение? Что по поводу чего-то там? Так, пожалуй. Кто-то начинает смотреть аниме. До конца стрима уже читаю мангу, поэтому аниме. Чтобы так делать, надо не иметь работы. В смысле до конца страны? В смысле, ты имеешь в виду, если у тебя уже просмотрено это аниме? Вообще, кстати, там скоро выходит второй сезон этого. Что мы смотрели? Я забыла. Ой, фу, какашки. Фу, на зубочистке. Ну и для незабочистки. Отскирай, вот, да. Что там скоро выходит второй сезон, и его смотреть будем. Думаю. Нет, ножницами как? Я сюда пальчиками делала это. Ну-ка, расскажите. Ну, я помню, ты сказала, что, в принципе, в анимешке очень много что вырезали, и что там не все есть. Блин, я, по сути, только размазываю. Фу, у меня под ногтями все это. И... Кстати, я читала сегодня, когда готовилась к кукингу, я читала, что если варить креветки с вот этими внутренностями, с этим кишечником, то у них портятся вкусовые свойства, что они становятся не такие вкусные. Вот. Не знаю, насколько это правда, насколько это честно. Я всю жизнь ела именно с этими черными штуками в детстве, пока не начала сама делать. Еще я возьму ножницы, буду пытаться ими. У меня мама не видит разницы во вкусе, и она не видит смысла париться в этом. Вообще многие мои знакомые не видят смысла париться и убирать этот панцирь. А мне он не нравится. Привет, Дашуля. Не выпросили у тебя доступ к личке, к личным друзьям, точнее. Подожди, что там? Подожди, ты имеешь в виду охлажденный, чтобы их удобно было чистить? Или как? Так, ну-ка. Ножницы, кстати, наточены, хотя бы. Ну, тут чистый панцирь, на удивление, практически. Просили? Не смогли выбросить? А, ну да, положила к чистым креветкам, конечно. А если их вот так вот отрезать просто? Только я думала, педикюрные ножницы здесь плохо зайдут. Ну так, к слову. Блин, я чувствую, это надолго я буду чистить эти креветки. Бедолаги. Если что, там у Даши ничего в личных друзьях нет интересного, в лучших друзьях, поэтому просить не стоит, как бы, бессмысленно, тем более постится там резко, ничего такого. Вот. Так, надо это почистить. Что? Что по истории? Неправда, что ли, говорю? Что не очищается? Потому что один чайник рабочий, второй чайник не работает вообще. И он чисто, чтобы носить горячую воду в комнату. Ну, кстати, с ножницами реально удобнее.
Ю. Фу. Как это все убирать нормально? Ниже. Фу. Ну сколько люди едят креветки неочищенные? Фу. Фу-фу. Чайник рабочий. Фрудяга работяга. И это не только про этот, но и в чате. Я за все время только 4 креветки почистила. 4 креветки. 4. Ой, в глаз попало. А вот мне интересно, я вот сделаю соус. А я прочитала, что не стоит. Да. Я кипячу воду в одном чайнике, а потом его переливаю на стрим. И когда на стриме у меня, например, вода охлаждается, становится холодной, я из белого чайника переливаю вот в этот чайник. И в нем кипячу, потому что тот не работает. Потому что там не было хороших очищенных больших, там были маленькие очищенные, поэтому чищу сижу. Вот-вот-вот-вот. Вот так вот. Фу. Как я? Денег не хватило. Почему? Ну-ка объясните, чем маленькие вкуснее, потому что, ну, я не знаю разницы. Я не помню разницы. Но, например, эстетически, визуально маленькие лучше и королевские стоят дороже. И, ну, все равно есть же какая-то разница. Если дороже, не всегда значит лучше, но, может, в этой ситуации, да? Как хорошо. Иллюжин, что вы издеваетесь? Лучше бы посочувствовал. Потому что с телефона. У меня до этого месяца, точнее не до этого месяца, в общем, дедушка перед тем, как попал в больницу и, ну, как бы умер, он успел купить чайник. Вот этот, бабушке в подарок. Вот. Не так работает маленький. Ну-ка, чат, как вкуснее креветки? Маленькие или большие? Ну смотри, зато чистить удобнее большие. Ты меньше паришься и чистишь меньше. Хотя что-то я смотрю, как будто у этих панцирь более жесткий, и от этого тяжелее чистить. Гулять сейчас холодно на улице. Очень холодно. У меня на улице сейчас 1 градус. Я сегодня вышла на улицу просто в таком негативе ужаснейшем. Я шла с таким недовольным лицом, что на улице 0 градусов, а недавно было 25. Что очень-очень холодно, неприятно, ветер холодный дует в лицо. Ну, такое. Вообще, некоторые креветки чистые даже. Очень классно, практически чистые. Вот. Ну, раки — это что-то для зажиточных. Уже совсем. Маленькие не вкуснее. Ой, они... Спасибо за фоллоу. Насчет лобстера. Я похожа на зажиточного человека. Вообще, мне тут врач, на самом деле, без шуток, выписал диету. В общем, в скором времени буду сидеть на диете. Там жесткой-жесткой диете. Мне нельзя будет ни соуса, ни йогурты, ни все, что где есть глютен. Нельзя всю выпечку, нельзя все сладкое, нельзя шоколад будет, нельзя будет кофе при одном. Нельзя будет, ну, майонезы, кетчупы и так далее. Нельзя будет макароны, нельзя будет овсянку, вообще практически ничего нельзя будет на 8 недель. Вот мне кажется, вот и там написано, что в это время надо очень много есть раков, потому что в раках очень много железа. Вот, поэтому, видимо, чисто кукинг на раках будет. Но я никогда в жизни их не видела, не ела. Это, короче, диета для того, чтобы понять,
Ну, в плане, у меня непереносимость глютена, как оказывается. Как оказывается, удивительно, у меня непереносимость глютена. Либо целиакия, ну, как бы одно из двух. И поэтому надо вот будет 8 недель сидеть на диете, если это непереносимость. А если это вот та болезнь другая, то это на всю жизнь. Железо не усваивается. Ну, вот у меня не усваивается. Нет, только на твиче. Что? Я сделала вид, что я не видела этого сообщения. Давай, я закрою глазки и сделаю вид, что ничего не было, что ты ничего такого странного не спрашивала, не писала. Как тебе план? Так. Блин, я устану чистить все эти пирамидки. Что-что-что, при красивых мальчиков Твича Иллюжин. Я остался без друзей из-за девок. Ах, у него появилась девушка, он меня бросил, он выбрал семью. Все так плохо, я один несчастный, не могу себе никого найти. Эх. Привет, классная. Ну, блин, ребят. Не знаю, как для вас, но... Семья как бы очень важная вещь. И как по мне... Ну, это, возможно, мое мнение, оно может быть ошибочным, вы можете написать, что я ошибаюсь. Но семья важнее друзей. Если вы как бы уже у вас полностью ребенок и все вместе, в приоритете как бы семья. Но, естественно, это не значит, что вы должны все время проводить только с семьей. Есть. Да блин, я все накопала. Ты готовишь. А где там взаимосвязь? Расскажите мне, пожалуйста. Тут видишь, не-не-не, я уже определила, в чем проблема, в чем у меня проблема с железом, я знаю почему. Типа, у меня проблема в том, что оно, даже если я его принимаю в таблетках, оно мне не всасывается, оно проходит просто мимо, и все. Я уже нашла причину, почему и как это лечить. Вот, и закупилась таблетками, антибиотиками. Вот еще диета будет, и потом еще анализы. В общем, буду делать еще ОФГДС. Ну, в плане вот трубку глотать с биопсией. Биопсия – это когда у тебя берут часть твоей кожи, слизистой, если мы говорим про именно ту биопсию, на которую я пойду. У тебя берут часть слизистой в двух местах, внутри у тебя в кишечнике, в тонкой кишке. Вот. И все. И вот так проверяют. Это так не работает. Чел. Так. Крису лучше как гарнир. Воу, нифига себе. Тут водичка закапала. Можно тунца, например. Свежего. Да. А что не так с тунцами? Что со мной с чатом? Скажите, пожалуйста, почему весь чат такой сегодня странный? Ну, не весь, конечно, но часть чата не моя. Что это такое? Ребят, давайте мы будем адекватными, пожалуйста. Мы же тут спокойно готовим, спокойно общаемся. Что это такое? Ну-ка, реально интересно ваше мнение. Что для вас, на ваше мнение, важнее? Друзья или семья? Вот такой вопрос. А ты тут при чем, Иллюжин? Сиди! Вас не отпускали никуда. Почему? Блин! Да я уже замирала штаны. Мне уже без разницы. И футболку, видимо, тоже. Как долго?
Так, сейчас достану все. Иллюжен. Не, ну побухать как-то можно и с женой. В плане, если она, конечно, тебе не скажет, типа, ну все, завязывай, ну все, хватит. Еще спасибо потом мне скажешь. Ну, такое как бы не норм. Как бы человек сам не маленький, сам должен выбирать, сколько ему пить и так далее. Ну да, да, да. Ну это правильно, я считаю. Как бы правильные... Вообще, на самом деле, правильный приоритет у людей должен... Ну, насколько говорят психологи, правильный приоритет у людей должен быть ты, сам у себя, потом идет на втором месте жена, супруг, дальше идет ребенок, дальше идет твой бизнес, твое занятие, твое дело, а дальше уже идет... Уже идут родители. Когда уже все это вместе налажено, дальше уже идут родители. Но, например, я приемлю и другую структуру, когда еще у тебя на первом месте супруг, и у супруга на первом месте ты. Тогда это тоже хорошая семья, когда у вас взаимная отдача. Ну, потому что счастливые родители, счастливые дети. И чё? Ну нет, на самом деле, ну, психологи же не будут говорить бред. Это же научно доказанные вещи. Нет? Чего? Супруг выше детей должен быть, да? На самом деле. Это правильно. По иерархии. И для супруга должна быть важнее его жена, нежели дети. Это тоже правильно. Что за усики тут? Хорошие поездки, Катрика. Хороший. Дети должны быть... Блин, некоторые креветки прям разваренные вообще. Что-то я смотрю на количество креветок, сколько мне чистить еще, мне так не хочется. Ну, спасибо, Эндес, вот это поделать. Но они какие-то вообще не чистятся. Эй, надо было зачищены. Ну, урок усвоен, в следующий раз буду зачищены. Потому что я уже что-то это... Ну-ка, как? Как их быстро почистить? Ну-ка, расскажите. Видите, в чем дело еще? В том, что я их не ем. В том, что я просто их чищу. Аллочка хочется попробовать поесть. Кстати, вопрос такой. Когда я их буду жарить с чесноком, можно же добавить, в принципе, лимона немножко, лимонного сока, и вроде как должно быть вкусно. Я вот гуглила, и там говорила, что будет окей. Отлично. А если не согласна? На такое, то как быть? Ну, в смысле, перец тоже добавить надо черный. Так. И все? Сейчас попробую. Что? А музык ты? Я? И меня детство аж какое-то перекинуло. Ну, я не настолько бездарна, как арбузок. Ё-моё, уронила. Беру слова назад. Так вот, чё там про вопрос? Давай, Илюжин. Да. И года, вы мне нравитесь. Так. Арбузок был бы, если бы не чистил вот жопку. Арбузок вообще-то умел готовить. Но он был глуп. Поэтому уже не арбузок. Веснушки, они же просто от солнца. И может же быть, наверное, так, что в детстве их нет, а потом
появились. Я не умею готовить. Ну, смотрите, у меня, конечно, не армия, но у меня есть стримы, на которых я учусь готовить. Не, ну это я профессионально делала в детстве. И лепила себе их на лоб, так что... Учись для мужа. Муж самостоятельный, пусть сам готовит. Вот так вот. Вообще, на самом деле, самые лучшие шеф-повара это мужчины. Мужчины чаще всего лучше готовят. Вот. Но мужу, думаю, я бы готовила. Потому что вот так вот готовить для себя мне не нравится. А для кого-то, мне кажется, понравилось бы. Да, Витал, я вытаскиваю, вот смотри. Вон, вытаскиваю. У меня специально даже салфеточка. Потому что один я не вижу. И один я могу хотеть, а второй нет. Поэтому. Так. И не достаются. Да сейчас я советом воспользуюсь. Да все, смотри, делаю. Сейчас я прочитаю, нужно, подожди. Смотри, голову откидываем, берем. Готва, что она делает? Пытается стать хорошей женой. Вот. Так, хвост убираем. Ну, как-то это не особо удобнее. По спинке резать. По-моему, тоже очень долго. Иллюжин. Типа надо наловчиться к этому, ты имеешь в виду? Фу. Гадость. Так, иллюжин, читаю. Так, вопрос. Почему все стали ныть постоянно в стримершах? Это попытки абьюза или реально? Ну, пипец же. Читают, и все ноют. Вот это переросло уже в овертенденцию, может, больше позитивного, ауф. Иллюжин. Я не знаю. Подожди, абьюз ты имеешь в виду, что люди типа ноют, что как мне плохо, и поэтому, ну, приходите ко мне, поддержите. Если так, то нет, я думаю, не так. Просто думаю, что у многих сильно поменялась как-то жизнь. Не знаю, или ты, например, замечаешь просто много стримеров, у которых что-нибудь случилось не так в жизни. Вот, например, у меня просто много всяких проблем накинулось. Поэтому, но я стараюсь все равно как-то попозитивнее быть. Пытаюсь. По крайней мере. Вот. И все. Ташечка. Да. Еще. Да. А чё? Я бы такси вызвала. Давай я с твоего телефона тебе вызову. У тебя установлю, своего вызова научу, чтобы стрим мне не заканчивать. Давай. Сейчас тебе вызову. Сейчас, секунду, чё? Вызову такси. Бабушке. Минуту отдыха. Ну-ка, а почему это ложь современности игры феминизма? Ну-ка, объясните. Ща. Сейчас приду.
Сейчас, подождите буквально минутку. Нет, можно позвонить на бабушку? Удобнее же все равно установить такси. Тут не устанавливается Яндекс. Странно. Еще. Блин, руки такие неприятные от креветок. О, установилось. Чем? Сейчас установлю Яндекс до конца. Все, я с вами. Да мне бабушке надо было установить Яндекс Такси и научить заказывать такси. Всё. Точнее, заказать пока что. Самой. Так. Вы там про что общались? А то я что-то упустила. Как бы то, что у меня не было. Хотя, ладно, окей. Вы были правы. Вот так вот чистить с помощью... Ножниц легче. Окей, Эндис, вы правы. Ну, без разницы. Вообще, я сегодня ехала в такси и думала о том, насколько же Яндекс все-таки,
ну, практически монополисты, что они реально практически могут устанавливать любую ценность. И что есть же маленькие локальные таксисты, и у них цена дешевле будет. И что можно ими пользоваться. Например, эти Яндексе слишком большие цены бывают на спросе. Но при этом, с другой стороны, как бы вопрос безопасности. Ну да, а с другой стороны, вопрос безопасности. Ой, здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте. Разве? Разве Uber дешевле? Ну-ка. Ну просто... Те разы, когда я смотрела, Uber был дороже. Дешевле? Hello, воробушки! Фу! Волосы. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Так, Грон, у меня к вам есть вопрос, как повару. Ну-ка. Вообще, кстати, счет баллов плюса, это минус, что там их не дают, потому что я, например, часто им пользуюсь. У меня есть вопрос по поводу лимонного сока. Вот если я... Когда буду жарить креветки, да, с чесноком, черным перцем добавлю лимонный сок. Если что, они в сливках будут. Будет ли это вкусно вообще? Или не стоит добавлять лимонный сок? И уфу, сколько каши. Надо бы новую уже салфетку. Сейчас. Ну не монополист же, ну в смысле не монополист. Ребят, Яндекс.Такси практически единственная компания, которой все пользуются, о которой все знали. Все остальные такси используют только в том случае, если там цена ниже. И то, многим даже лень заходить и скачивать приложения остальные, поэтому, ну, практически монополист. Сомнительно? Ну ладно, тогда не будем. Просто надо было, наверное, загуглить, но я чуть не додумалась до этого перед стримом. И вообще на стриме подумала о том, что можно добавить вот лимонный сок. Получается, я смогу больше съесть соло пасты. Не делиться ни с кем. С бабушкой. Да шучу. Это шутка, если что. Лучше без экспериментов. Спасибо большое, Воробушка. Что приходите, флеги пишите. Убер 150. Что у вас тут за романтика? Нют. У нас тут без вина. Потому что я на антибиотиках, мне его нельзя. Но у нас сегодня паста с креветками, сливками, черри, шпинатом и пармезаном. Диана? Кого? Вы где Диану увидели? Скажите, пожалуйста. Что попробовать с лимонным соком. Я скину. Я просто нашла его на этом, в инсте. Не знаю, насколько он вкусный. Мне кажется, он самый обычный. Но я немножечко отойду от рецепта. Короче, там по рецепту... и как у тебя вышло? Потом уже как пожарим. Типа сверху. Вот. И там в рецепте написано, что сначала мы берем чеснок. Не так. Там в рецепте написано, что мы берем креветки, жарим креветки, добавляем чеснок, добавляем помидорку. Вот. Но мне посоветовали человек, который постоянно готовит такое, что намного лучше взять сначала пожарить чеснок,
потом пожарить помидорки, убрать помидорки, просто чтобы типа они дали запах в, и сок в масло. И вот, убрать помидорки, и потом уже добавить их снова в конце, когда уже дожарятся креветки. Вот, наверное, так и буду делать. В смысле, а куда мне панцири? Я не планировала делать. Что мне с этими панцирями? Я же сюда и какашки скидываю с этих панцирей. Но... Вообще, я не думала, что сливки и оливковое масло стоят так дорого. В плане, я же не готовлю вообще. И я не была готова к тому, что ты заходишь в Пятерочку, у тебя оливковое масло стоит там по 600 рублей за 500 миллилитров. И, ну, как бы в шоке немного. Да. Чисто, что на кухне было. Ну, классно, что на кухне всегда есть креветки, конечно. Вот, а что с панцирами можно сделать? Еще жарят креветки, убирают это масло, жарят все помидоры. А зачем? Тогда же креветки не пропитываются маслом чеснока и томатов. Да-да-да-да, я буду брать сливочное масло и оливковое, и то, я это тоже прочитала, да. Вообще, можно было бы отправить фитины, в этом бульоне сварить пасту, ноль осуждений. Это что-то сложное, я вам так скажу. Ну, как бы... Блин, не знаю. Не знаю. Специфично, вот вы сейчас сказали про творить пасту в хитине. Ну, как бы, в бульоне. Чистить уже. Вроде небольшая. Вроде нормально все, да? Один. А задержка? Нормально вроде. Ну, небольшая. Ну, вроде не так критично, да? Ну, типа, 3 секунды вроде нормально. Короче, у меня такой... Ну, я знаю, что не надо негативить по отношению к близким людям. Сейчас я прочитаю, если что. Не надо негативить по отношению к близким людям. Но, блин, я перед тем, как запускать стрим, попросила мне не звонить. Потому что у меня слетает трансляция, когда мне звонят. Я искренне попросила, пожалуйста, не звоните мне. Вообще никто. Пожалуйста. И мне позвонила бабушка. Я очень не люблю, когда что-то идет не по плану. И... Блин, я с чего еще негодую? С того, что я трижды спросила у бабушки сейчас, почему она позвонила мне, потому что я вызвала ей такси, и у нее такси, она назвала мне не тот адрес. То есть она поехала в такси, не тот адрес мне назвала, адрес назначения. Телефоном пользоваться не умеет, менять адрес тоже не умеет, соответственно. Я в негативе с того, что я трижды переспросила, точно этот адрес? Точно этот адрес ли надо? Бабуль, точно ли этот адрес? Потому что мне потом лучше не звонить. Да, Наташенька, точно этот адрес. Никакой иначе. Именно этот. Конечно же, она поехала не на тот адрес. Я попросила ее дать телефон таксисту, чтобы он поменял адрес. Ей в телефоне в Яндекс.Такси. И он этим занялся. Надеюсь, что она не позвонит мне еще раз. Ну, как бы... Не знаю, мне просто неприятно, что... Ну, я правда попросила несколько раз перепроверить адрес. И она даже не захотела перепроверять его. Потому что я объясняла, что мне лучше не звонить потом. Я понимаю, конечно, что я у нее единственная внучка, все такое, что я единственная, кто ей помогу, но 70 лет — это не такой большой возраст, чтобы забывать. Вот. Ладно, все, я не негативлю, еще прочитаю, что там про панцири.
Я понимаю, что с этим ничего не поделать. Ну просто неприятно. Когда тебя не слышат, неприятно. Вот. Ща. Обжарим панцири. Подварим. Здесь пусть смотрим этот соус с этим вкусом. Ну, блин, просто если бы я знала, что буду использовать панцири, то тогда я бы сюда не выкидывала какашки. Потому что я же не только, ну, панцирь сюда выкидываю, но и кишечник их. Так, сейчас я включу звук. Ну. И я... Не знаю, что я выпала прямо в негатив, и это неправильно. Я понимаю, что злиться или как-то, ну, грустить на близких родственников нельзя. Как будто хорошая идея про чай. Так. Ну, то есть, правда, я очень ее люблю, но не люблю, когда меня не слышат. Блин, насчет панцирей, я увидела, что вы писали в чате, про то, что, в принципе, весь вкус, он именно в панцирях. И запах, и вкус, потому что он в панцире самом. Я знаю, что для того, чтобы том-ям делать, используют панцири как раз где-то. Вот. Но... Мне так не хочется этим заниматься, что-то... Я понимаю, что так вкуснее будет, что я, по сути, привожу продукты и выкидываю. Я просто мечтала уже закончить чистые креветки, чтобы мы начали их жарить и что-то готовить. Нет. Вообще, выбор пал именно на эти креветки, потому что они большие. И был вариант просто купить креветки обычные, почищенные, но я решила, что нет. Мы их покупать не будем, потому что они... Это... Потому что они маленькие. Любитель мам, получается. Мука, кстати. Ну вот Грон же 100% знает, как повар. Насколько сильно вот этот вот кишечник черный влияет на вкус креветок? Потому что я сегодня гуглила, что сильно. Вот, если вот эту вот штуку не чистить. Фу! Ужас. А это сильно влияет на вкус вообще? Ну вот у нас чистили, по-моему, когда я работала в общепите. Насколько я знаю. Еще мам, когда я маме просила, мол, мама, если ты делаешь салат из креветок, пожалуйста, убирай вот эти вот все черные штуки. Фу. На что она говорила, что все это вранье и нет какашек там. Ну блин! Ай-яй, плача заморала. Я думаю, что наконец-то скоро можно будет отваривать пасту. Да. Ну, с медом, конечно, такое себе сравнение. Как бы так мне непонятно. Блин, вот тут надо реально резать. И, в общем, какие-то, которые слишком сильно разварены, они реально могут почиститься только с помощью ножниц. Потому что Наташа — это тата. А, ну, Еш — это название моей фамилии, и потому что я в один момент худела очень сильно. Мне все говорили: тата, Еш. Вот, татаешь. Привет, пытка. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас. Я уже рада. Осталось пару креветок. Пару креветок. Мы свободны будем. Боже мой. Тут осталось, ну, дальше, бог, штук 5, наверное. Наконец-то. И можно будет отдыхать. Ничего себе, откормили. Алло. Где откормленная? Oh, yeah, I guess.
Мы готовим пасту с креветками, сливками, чем еще? Шампиньонами, ага, шпинатом. Ну вот смотри, ножницами, используй ножницы, видишь? Просто когда я ножницами чищу, то я не всегда ощущаю, убрала ли я весь панцирь или нет. А когда руками, то я понимаю. Я уже все, морально готова отмучиться, чтобы это закончилось. Да. Еще тут... А в чем? Почему? Потому что многие люди начали стримить именно в пандемию, потому что им нечем было заняться. Не, на самом деле, с ножницами иногда быстрее, иногда нет. Да. Уже почти все. Уже вот так вот. Еще не скоро. Я еще даже не закончила чистить. Ну, вообще, я думаю, что осталось минут 10. Ну, типа, сварить это все минут 10. А воду для пасты же надо сначала, чтобы она кипяченая была. Значит, надо ее кипятить, поставить. На, держите. Сейчас. Ой. Так, воду ставим. Так, главное убрать эту штуку. Так. Куда позвать? Крикнуть на стриме, что готовы? Так, осталось 4 креветки. 4 штуки. Боже, как я хочу, чтобы это закончилось. Чистка креветок. Нет, я ни одной креветки не съела, ни одной. Это сила выдержки называется. Видите, какая? Вообще, ни одной не съела. Вот так, ни одной. Вообще. На самом деле, когда я была маленькая, постоянно подъедала у мамы, но как я выросла и начала готовить, для меня, если я подъедаю во время готовки, то потом вкус самого блюда я не чувствую. То есть мне очень сильно хочется чувствовать вкус того, что я готовлю, поэтому лучше я не буду подъедать. Что тебя останавливает? Ну вот, я объяснила. Да она не сырая, она уже готовая, мы их отрежем. И с семечками у меня был такой же прикол. Я очень в детстве любила сначала взять горсточку семечек, их все почистить и потом только есть. Да мы ничего не это... А вдруг они невкусные? Ну, мы пожарим с перцем, будут вкусные. Никому надо не... Ну-ка, что это такое? Можно удалить сообщение? Не Ирюжина имела в виду. Ну, и Ирюжина тоже, да. Да, теперь вытаскиваем. Вот, насчет креветок, ну, они реально есть дорогие. Ой, иллюжен. Вот, да, когда сам готовишь, потом мне очень хочется и кушать, и как бы вкусовые... Что-то плохо убрала. Ты вкус хуже чувствуешь, потому что пока ты готовил, ты подъедал. А это минус. Плохо почистил. Алло! Что у вас за гадости в чате происходят? Я не могу сегодня мутить сама. Ну, по жопе давать могу. Косить. Напоминаю. Чтобы не было пошлостей.
Ну, блин. А если, например, я человек, который обычно, на самом деле, реально так есть, и я не добавляю соль в блюдо практически. То есть я ем пресные блюда, и мне так ок. Если вот так вот. И я думаю, что самое дорогое... Самое дорогое... Блин, наверное, самое дорогое я ела когда-то в ресторане какую-то рыбу, не помню, как называется, в общем, рыба в этом, в каком-то тесте с соусом, по-моему, бешамель, что-то такое, или нет, не помню, с каким соусом, там один кусок рыбы стоил 3000 рублей, я думаю, что это было самое дорогое. С тем условием, что как бы это просто даже без гарнира, без всего. Это просто кусок рыбы небольшой. И все. А так, ну, ничего особо. Да почти свободен, еще не свободен. Так, ну тут голова, хвост. Ну давайте хвост тоже почистим. Тут два хвоста осталось, хотя бы немножко мяса оставим. Да. Ну, можно на основе не муки, а рисовой муки сделать, или на основе бульона его тоже можно сделать. Я не знаю, что там за рыба была, если честно. Это просто зависит... Блин, от заведения, в которое ты пришел, и насколько оно сильно себя ценит. И все, то есть, по сути, в это время ничего не было. И реально, наверное, самое дорогое, что я когда-либо ела. Я не помню, пробовала ли я когда-нибудь черную икру, по-моему, нет. Вот. Наверное, только красную, настоящую, оригинальную, хорошую. Ну, видимо, и креветки. Все, да, все какашки вытащены, наконец-то, блин. Все почищено. Задолбалась. О, я так счастлива, что мы можем готовить, начинать, боже, ура, аллилуйя, спустя сколько часов? Половниками, вот это зажиточное понимание, человек жил половниками, красную тру есть. Это что за блюдо там такое? А он прям полностью обнулился стрим по времени. Все, можно готовить. Ура. Давайте я схожу в туалет. А тут звук можно офнуть? Звук.
Все на месте. Ой, баклажанная, кстати, икра кабачковая. Топ. А еще я только в этом году недавно мидии попробовала. Вот. В смысле красная икра дешевая? Ты видел, сколько стоит оригинальная красная икра хорошая? Не, кабачковая. Баклажановую не пробовала. Вот кабачковая, которая оранжевая, она вкусная. Я раньше просто с хлебом и вот так вот. Ну нет, смотри, в чем суть еды в ресторанах 5 звезд? Потому что там они очень красиво подаются, это интерьер, это обслуживание, и плюсом к этому еще какие-то определенные добавки интересные. Ой, надо аккуратнее, я еще вот так, да. Это чтобы ты не расслаблялся, Айти. Давай. Ну блин, килограмма 3 возьмешь, но все равно красная икра, она не дешевая сама по себе. Скример. Солнце скример, я стример. Все работает. Так, это можно выливать. Еще кухню потом убирать. Так, давайте чайник поставлю. Ну нет, смотрите, для кого-то, например, наслаждение — это экстремальные виды спорта. Для кого-то наслаждение — петь, для кого-то наслаждение — в походы ходить. Для кого-то наслаждение — на даче отдыхать. Для кого-то реально вид отдыха — это ходить по ресторанам и их оценивать. Кому-то это прям очень сильно нравится. Мне нет. Ну типа, мне это просто интересно. Ну, новое блюдо, новое место, окей. Но такого вау нет. Вот. Ой, наконец-таки стрим. Ну нормальная, нормальная кухня. А не пафосные, эти съемные. Ты видел, на какой кухне мы готовили кукинг с тортом? Где там пафос? Там не было даже досочки, чтобы резать. Где там пафос? Я порезалась креветкой. Лох. Немножко. Сладких снов. Да в том-то и дело, пафос есть, а то... Да там... Там обычная же кухня, не пафосная вообще, ты чего? Так, у меня водичка уже почти закипела. Сто градусов, варить 5 минут, готово. Поставить надо. Что это такое? Как удалить сообщение? Никита! Черт! Я не могу удалять сообщение с телефона. Могу. Я сделала. Что-то как-то прям совсем жарко. Так, готово. Все. Так, я думаю, что мы отварим. Уронила. Сколько отварим? Одну-две. Чтобы на потом оставить муку. Типа, зачем нам много? Соли нет почти. Так. По рецепту мне надо чеснок еще сдавить. А где чеснок и давилка?
насчет червей, да? Что очень опасно поймать что-нибудь там. Так. Что мне надо? Сюда. Включаем газ. Она нагревается. Добавляем туда. Плюс-минус. Не, ну... Воду-то просто соль надо, мне кажется. Ну, давилка, давка, ну... Не суть. Неважно. Неважно. Мне кажется, если ты съешь такую икру, пятиминутку, то как будто потом будет очень-очень плохо тебе же. Так, льем много оливкового масла. Много. Потому что мне объясняли, что надо лить много. Делаем все по рецепту. Еще нужен перец черный. Был бы он еще. Перец красный нашла, но мне нужен черный. Сейчас, а еще его нет, что ли? А где перец? Мне перец нашла. Сейчас проверим, красный, черный. Ты еще чеснокодавалка. Ну, по сути, чеснок же дает чеснокодавалка. Еще и полы пылесосить потом. Да, это черный. Черный перец. Так, надо вот это еще открыть. Вообще, на самом деле, во многих заведениях и постоянно вижу везде, что находят всяких паразитов и в курице, и в яйцах, и в рыбе, поэтому в любом случае нужно быть аккуратнее. Можно профилактически глист огонится. Тоже как идея. Так, чеснок. Давалка-давилка. Надо масло еще. Оно уже от того, что здесь слишком жарко, все сплавилось. А если ее пожарить, то черви же не умрут все равно. Просто, например, в том же там Вьетнаме, Таиланде люди вылавливают рыбу. Тут же жарят по тебе. Или нож. Блин, что это вообще, масло? Тихо, тихо, тихо. А если пожарить, то умру? Фу, пытка. Ну, вообще, от заморозки... А что такое именно шоковая заморозка? Так. Сбавляем газ. Чтобы чеснок выделить. Нитку ты мне писала на прошлом стриме про нитку, мол, отрежь, я так и не отрезала до сих пор. Так, шпинат нам понадобится тоже эти. Так, чеснок. Чеснок. Надо рецепт открыть. Ой, здравствуйте, мистер. Ну, таким мы не занимаемся, у нас без заказов. Так, мы берем креветки, добавляем на-на-на, берем чеснок, черный перец, жарим его буквально минуту. Угу. Черри, шпинат у меня уже готовы. Чеснок. Я смотрю, смотрю, смотрю. Масло. Так оно добавлено уже, масло. Что масло? Все добавлено. А, то что у нас горит? Вы про это?
Нифига не давишься. О! Ой, ну ладно. Нож! Так, нормально. Подождите. Шварц я опять сломила. Дальше мы добавляем... У меня еще чеснок сушеный. Добавляем креветки. Почему? Ну, мне кажется, лучше, ну, чтобы это, типа, как панировочка была с сушеным вместе. Он стреляется. Очень люблю чеснок, поэтому я добавлю. Все. Отбивайся. Не взрослая, потому что не закрываюсь крышкой и не убегаю от этого. Перец не добавила. Перец, перец, перец. Думаю, нам. Хочу еще чеснока. Оно прям не в панировке, как я хотела. Чесночный. И пофиг, сливки весь вкус как бы скинут. Для человека, взрослого, более раскаленного масла, и чуть не удалила, ничего не значит по сравнению с болью в жизни, по сравнению с душевной тяжелой болью. Солим, перчим, поливаем. Ну, я уже сделала. Если что. Добавляем череп. Стоп, давайте закинем пасту. Я думаю, что мне две хватит. Так, воду я сбавила. 5 минут. Засеките 5 минут, пожалуйста. 5 минут. Плиз. Я пока укрепилась немножко. Так, мне надо шпинат помыть. Стоп, дайте всем рецепт. Добавляем черри и шпинат. Так. Шпинат вкусный. У тебя таймер, что ли? Помогатор, да? Шпинаты. Добавляем черри. 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 Еще шпината хочу. Много шпината, потому что он очень сильно ужимается, когда термически обрабатывается. Больше шпината. Больше, больше. Так, что у нас по рецепту дальше? Пассируем пару минут, вливаем немного соевого соуса и жирных сливок. Накрываем крышкой, ждем пару минут. Так, сливки на месте. Привет, Евгений. Здравствуйте. Шпинат. Вообще, в шпинате еще там много. Я забыла. Витамина С в шпинате много, по-моему. Так что полезно, полезно. Так, ну пару минут пусть пока готовится.
Я пока что проберусь, потому что я ненавижу бардак на кухне. Меня он очень сильно бесит. Поэтому быстрая приборка. Так. Чтобы и в кадре было красиво. А тут вот все разбросано. Очень некрасиво. Так, что еще? Соль сюда. Чеснок. Сюда. Выкинуть быстро, сходить, подождите. А креветки лучше не выкидывать в туалет, да? Лучше в мусорку. Так. Я заморала футболку. Только что. Чмо. Моня. Свинья. Можно не на меня. Туалет похож на мусорку? Ну, типа, можно в туалет выкидывать органические отходы, чтобы они не воняли в мусорке. Я понимаю, что можно выкинуть мусор, но так быстрее. Реально, две точки. Я сегодня надела чистую. Мэ. Прошло? Ну так понемножку, и по итогу вроде окей, нет. Чайник шумит. Так. 5 минут, наверное, прошло. Чуть-чуть голос звучит странно. Ну, кто аккуратно готовит или нет? А креветки отмываются? Надеюсь, что я не испортила футболку. Ничего не сгорело, все нормально. Боже, 6 на кого-то волнует. Дуршлаг.
руками, я помыла руки. И тем более, я же не выкидывала, не это, не выливала в туалет. И ничего не вижу. Так, надо масло добавить. Надо уже туда сливки добавлять. Я ничего не успеваю. Так, следующим сюда переворачиваемся. Посолила немножечко. Повыше вебку. Ну будет кисель. Надо не кисель из лапши. Так, тут уже все, наверное. Я бы еще шпинат добавила. У меня, похоже, реально будет чисто шпинатная паста. Крошка Свинка отцу пришел и сказала: «Кроха, пасту с креветками на стол, а то будет плюха, халю, малялюй. Привет!» Привет! Так, думаю, что тут, в принципе, есть. Я засрала всю кухню. У меня пол весь в вермишеле, у меня вся плита в масле, в чем только можно. Чего? В смысле, я отекла сегодня и то. Ничего не худею. Все нормально. Не переживайте. Точно, пармезан же еще. Hello, Никитос. Ну-ка, рецепт откроем, подождите. Угу. Я оттекла вот сюда. Нет, еще. Сейчас буду выливать. Не хватает сил. Да, битрейт почему-то просаживается до 600. Пармезаны. Сливки надо 200 миллилитров, у меня 500 здесь. Будем надумать. Пару минут, получается, мы держим так. А, нет, надо сразу накрыть и это. Ждать, пока загустеет. Правда, я не уверена, что у меня загустеет, потому что у меня масла много. Ну ладно. По-моему, я вылила больше. Все, накрываю. Пармезаном сейчас или чуть позже? Загустеет? Нормально. Отравился папа, отравилась мама, бабушка, все. Я готовлю вкусно. Остальные кухники, которые мы делали. Вот. И остальное, что я готовила на кукингах, у меня бабушка пробовала и говорила вкусно. Муки, если что. Так, сейчас буду подготавливать. Не закрывается. Ну, у меня столько много нет сыров, чтобы все вместе делать, конечно. Ну, я думаю, сейчас его кину. Сверху потом кинуть. Зачем выключать? Что за... Ну-ка.
Не поняла. Все, пусть стоит. Сыр пока оставляем. Сейчас я быстро протру стол. Так у меня еще сливки не загустели, просто поэтому я не могу выключить. Я еще сливки не готова. Я много положила себе лапши, слишком. Мне кажется, надо было в половину меньше. Надо было одну эту штучку, я две бахнула. Сейчас, подождите. Просто очень много. А перец мы уже положили. Как-то много лапши, я столько не съем. Ну-ка, давайте попробуем. Ну, паста! Ну это, ну какая разница, тут ну и то. Вы что такие душные-то сегодня, а? Ё-моё. Лапша как лапша. Обычная итальянская лапша. Ну, честно, по вкусу... Помешай сейчас. По вкусу, как макфа. Макароны. Остается. Давайте уберем сразу лишнее. Я не знаю, где это было. Лапшу можно было не варить. Ты просто могла снять с ушей. Я и так знаю, что я маленькая наивная девочка. Что ты меня хаешь? Привет, Жора. Здравствуй. Как финалист без твоих шарфов. Ну, потому что кастрюли там лежат. Да подожди, так мы и добавили в стирки сыр. Наследие, что? Крышки все на плиту, да и ладно. Какая разница? Так, сливки убираем. Я увидела сообщение про то, что если я уберу, то будет быстрее кипеть, но... Точнее, выпаривается. Вот сюда поставлю. Незаметно. Так. И что? Я смотрел, как с крышки капает на плиту и плакал. Да я сама буду мыть эту плиту, какая разница? Душная и противная. Ой, я не увидел, ты заполагался. Спасибо. Ну, я не умею. Вот, ну, как вы можете назвать человека, который готовит вот так вот? Как, что он аккуратно готовит? Ну вот посмотрите на вот это. Как это можно назвать аккуратно? Везде, везде. Ой. Да. Я крышку задела пальцем. Вообще она стеклянная, железная. Почему я трогаю?
сыр так плавится классно. Насрала. Спасибо. Ну я доску ну что же постоянно мою, меня бесит это. Не, ну уборка сама точно не будет. Не, на самом деле мыть часто вещи это нормально. Ну, типа я не могу трогать грязно, меня это бесит. Так что я в принципе понимаю, о чем говорит Салатха. Мешаем, мешаем. А долго на сливки будут загустевать? Я пока попробую. Приглянусь. Блин, мне там бабушка пиццу приготовила. Я здесь приготовила пасту, а там бабушка пиццу приготовила в другой квартире. Другая бабушка. Может не въедаться. Майку, да, майку стирать, плиту мыть, пол пылесосить. Ну, конечно, я при вас думала тоже попылесосить, пока это все густеет. Но как будто это шумно. Не отделывается. Включай горячей водой. Так. Сито оставляем здесь. Убираем. По дому. Вообще фишка. Я всю ту неделю, ну, из-за этого, вообще я не люблю ходить в носках по дому. Вообще не люблю, и прям моя любовь ходить голыми ногами. Но если ты ходишь голыми ногами, я хочу мыть полы каждые 2-3 дня, потому что меня бесит, что на полу крошки. Даже если ты убираешься аккуратно. Они появляются все равно. И к чему это все веду? Что если надеть носки, то ходить по полу приятнее, и можно хотя бы неделю не мыть полы. Вот такие вот вам лайфхаки. Я пробовала, не выходит. Так он не возвращается, он почему-то 400, я не знаю почему, это походу интернет, я хз, 400 вижу. Телефон скоростяет 20%, 27%. У меня нет робота-пылесоса. Я не знаю, как починить битрейт, он 600. Я хз, что сделать. Бабушка ушла и начала падать. Я хочу... А если я добавлю огонь, он быстрее не загустеет? Сливки быстрее не загустеют? Как думаете? Привет, Ванин. Ну, я не знаю, хватит мне 27%. Вообще, я думаю, правда, что вот этой пасты очень много. Я столько не съем. Надо половину от этого отложить. В смысле разрешение 320? А 700? Больше чатов. Ну, давайте я уберу. Все. Один оставлю. Может, так получше будет битрейт? Нет, не справился. Ну-ка, подождите, дайте я закрою все лишние вкладки. Нет, я музыку закрыла случайно. Когда в Доту? Ой, я даже не знаю. Правда, я не... что-то это... Пока что... С одной стороны, мне хочется очень пройти катакомбу в Доте.
А с другой стороны, как будто мне не хочется в нее возвращаться снова. Потому что у меня на канале никому не нравится Дота. И поэтому как будто стримить ее специфично. Так, давайте я половину отложу, половину есть не буду. Это много. Потому что мне надо оставить место для пиццы. Ну, я же тебя с маслом сделала, почему ты слиплась? Не слиплась, а спуталась. Так, ну вроде бы вот так уже получше. Ну нет, мне кажется, ну это же интернет, это не из-за освещения, это из-за интернета, с интернетом что-то. А. Ну так готовится. Ну вообще привет, прямо как нормально. А я ее вообще в холодном... Подожди, в холодной воде? Что я вообще в холодной воде не держала? Дефон цвет. Ну, я буду свою пробовать. Так же нечестно чужой пробовать. Не. Не хочу так. Телефон сядет, интернет оборвется, закажу просто готовое. Изи. Давайте в пакет ее засунем. Я не помывала лапшу. Угу. Сейчас я вам покажу. Мне кажется, у меня уже давно все должно было приготовиться. Так, а в чем отличие пакета и пищевой пленки? Я чего-то не понимаю. Откуда у меня какашки, креветки на руке? Класс. Лапшу нельзя мыть водой, вы чего? Можно или нет? Ну, по логике, я никогда просто... У меня сегодня никто не помывал лапшу холодной водой. Виталий моет. Ну вы и зверя. Не знаю, не знаю. Как мне вам показать-то? Я хочу, чтобы оно загустело. Может мне посильнее огонь сделать? Как думаете? Мнение. Про огонь посильнее. Угу. И что делать? Помню, как мы на кукинге мясо жареное водой промыли из-под крана. Вот это было весело. А пасту промыть это фи... Подожди. Это у меня на кукинге? Ну это ж не у меня на кукинге мы мясо... проточной водой мыли. Не у меня же? Нет, надеюсь? Кейдерс, да. Луточка, здрасте. Нет же? Серьезно? А когда это было? Я приготовила мясо и пошла проточной водой его мыть со специями. Сколько мне лет было, когда я это стримила? Хочу собрать весь этот фигню с пола. Весь.
Не люблю грязный пол. Зато можно не мыть потом. О, удобно. Руки помыть, правда. Отнимите у нее кухню. Вы еще жалуетесь на меня за мою готовку хоть какую-то сегодня? Она так получилась. Так, у меня тут еще макароны. Блин, если бы не макароны, пол не надо было высосить. Они все испортили. Грёбаные макарони. Ну, у нас там что-то пошло не по плану. А, типа, яйца с перцем, это... Я вообще этого не помню. Столько лет прошло, мне кажется. Сейчас ручку помою. Типа, у меня пошло все не по плану, по специям, и я решила промыть мясо. Это, походу, было еще у друзей на кухне, наверное, да, когда я комп еще весь тащила друзьям. Наверняка это было тогда. Загустевай, блин, пожалуйста, быстрее. У меня уже все помидорки сдохли. Они уже просто никакие. Они такие должны были быть? Блин, я вся в креветках, в соке. Ну просто лох. Может, редко, да? Тут еще очень жарко. Прям очень. Вот. У меня не голубые глаза, они серые. Ну, вроде бы немножко. Чуть-чуть гуще. Минимально. Ну, надо сильнее, блин. Хочу окно открыть. А, ну тут никак не откроется, тут цветы везде стоят. Не, шуметь будет, лучше не надо, правда. В каком плане неравномерно? Ты берешь, кидаешь сливочное масло и размешиваешь, но это впитывается в лапше, нет? Да я на минимальном огне и там. Я что-то так устала уже, если честно, как-то это сама. О, сливки, кстати, уже цвет начали менять. Они уже прям больше не белые-белые, а больше желтые. Я думаю, а если крышку закрыть, точно не будет быстрее? А ты думала, 2 часа на кухне? Так, нет, не будет, нет, будет. Просто крышечку не закрывай. Что? Чел? Что ты пишешь? Нормально вообще? Все поняла.
прям шпинат уже никакой. Это просто похоже на водоросли какие-то. Вот на, например, водоросли камбу или там вакамы. Вот на вакамы чем-то похоже, да. Жесть. Я слишком много масла сделала. Надо было вылить хотя бы немножко масла перед этим. Возможно, я сливок много налила вообще. Я, мне кажется, налила не 200 мл, как надо было, а 300. А-а-а! Ну там просто в рецепте было написано, что шпинат добавить с черри вместе. И... Не, ну все равно мне же надо учиться готовить. Вот, например, сегодня из нашего стрима я узнала, что вот надо шпинат добавлять, оказывается. Потом сегодня я узнала, что можно разрезать панцирь креветок, чтобы было удобнее. Вот. И как бы все равно все приходит с опытом, я это абсолютно понимаю. Вот сегодня узнала, что если не закрывать крышкой, то будет быстрее выпариваться. Но вот друзья сейчас написал, что я могу огонь к семье добавить, но я не знаю, что-то боюсь. Ну вот. И плюсом к этому, я думаю, что помидорки не так быстро надо добавлять, а можно было попозже добавить как вариант. Вот, что еще? То, что главное, чтобы было вкусно, остальное не особо интересует. Вот прошлый кукинг мы готовили, блин, даже тут креветки, что ли? Вот. И мы готовили курицу с шпинатом, томатом и сливками. Кстати, такой же практический рецепт, блин. Только там он вышел прям быстрее и очень вкусно. Очень-очень вкусно было. Мне очень понравилось тогда. Вот. И родители тоже сказали, что было вкусно. Но мы приготовили его тогда быстрее. Он был некрасивый, но очень вкусный. Вот. Мешаем. Нет, у меня скажут. У меня честно скажут. То есть я в тот раз готовила манник, бабушка не зашел, он говорит, невкусно. У меня скажут по-другому. А я даже затупила, я забыла вообще про это. Ну я, конечно, лох, я реально порезала с креветкой. Там видно немножко, но креветкой, не ножом, креветкой. Панцирем. Мне кажется, у меня как будто это превратилось, как будто сливки свернулись и превратились в масло. Сейчас покажу. Как будто весь соус пошел в жопу. Чисто масло есть. Как будто это тупо масло уже. Кстати, битрейт вернулся вроде как. 1200. Альти, ты наколдовал мне его? Мне кажется, хватит, нет? Сейчас будем пробовать. Полчаса. Класс. Не падай. А надо ли это? Поможет ли это? Ну-ка, я хочу попробовать сцеп. Язык обожгло. Чего ж горячее трогает, а? Да это плохой вариант. Там соус же, весь сок сольется. Язык немножечко обожгло. Так, ну, в принципе, я попробовала с ложки, в принципе, соус вкусный, правда. Так. Грязный пол, грязная майка, грязная плита. У меня не грязная, не надо. Ну, плита не так сильная, кстати. Ну, плиту помою, ладно. Тут как бы минутку протереть. Её, кстати, можно сейчас даже сделать. Да. Ну, пока. Так, на пробу соус вкусный. Ща.
Просто берем вот так вот. Оп. Вот, поднимаем. Оп. Быстро-быстро вот так вот, немножечко. Чисто для вида. Приводим в то состояние, в каком это было до моего прихода. Это основная задача. Ну, там они явно дожарились. Ну, как бы тут это значно. Что, креветки дожарены? Видите, как я пожглась. Так, ща. Оп. Чисто часть сковородки. Ну вот серьезно, просто подпалила сковородку, и она отвалилась. Да. Я думаю, что можно уже доставать. Сейчас. Минутку. Доставайте свои ложки, сейчас будем пробовать. Сейчас нас покормят. Ну, слушай. Мы готовили их. Сколько? За 1,5 часа? 3 все вместе. Ух. Накладываем. Так, на плиту мы не капаем, мы только что ее помыли. Капаем рядом. Просто 3 часа элементарное блюдо, которое готовится на полу яйца за пару минут. Сколько масла. Жирно-то как. У меня просто масло отделилось от сливок. Вот просто посмотрите на вот это. Я могу слить масло? У меня оно тупо отделилось. Могу или нет? О, Ангелиночка, здравствуй! Как у тебя дела? Может слить это масло или не стоит? Потому что оно же с чесноком, типа. Стоит сказать или нет? Ну, Леночка, как твои дела? Как диплом? Ложку убрать. Можешь, но не надо. Не надо, потому что сок дает, да? Вот. У меня все хорошо. Все отлично. Прямо это. Фух. Готово? Морально. К защите. Так, телефон не садится? 19%, нормально. Привет, Лера! Все как это, девочки. Привет, девочки. Держу пальчики. Ой, что-то линза плохо стала. Ну, блин, что-то как-то реально слишком много масла. Честно, я бы немножко вылила. Чуть-чуть. Ложечку. Хотя бы одну ложку вылить. Масло масляное. Может быть, кстати, из-за него и не густело никуда.
Если что, это одна ложка просто маленькими. Чтоб сливки случайно не вылезли. Ну, вроде уже получше. Не так много. Ну все, нормально. Смотрите. Накладываем. Oh yeah, but sorry, I didn't know Arabic. I just settled this tech just for fun, like how Bibi come to Dubai. I don't want to offend you or something else. I'm so sorry, but I don't know Arabic. I know only English. Да блин, что-то все равно масла много. Ё-моё, нет, надо еще минус масла делать. Сейчас, подождите. Переборщила, девочка. Нить. А может это сок дал время, шпинат еще, и черри, все вместе, поэтому так. Остальное вроде нормально. Давайте ложки накладываем, что мы туплю? Ложкой просто. Pasta sleepless. Yeah, but this is pasta. I don't know. Maybe pasta. Yeah. Pasta with shrimp and with some garlic, pepper and cherry tomato and spinach. Ну вот. Выйдет как по маслу. Из меня, да? Это пол-литра масла. Да мне пол-литра. Поменьше. Shrimp, dudun. Хочу больше креветок и шпината. Так, чисто приготовила на разок. Ай, спинач. О, thank you. By the way, where are you from? Wanted to thank you. And thank you for a compliment for my English. It's a pleasure to hear that. Так, сейчас перемешиваем, чтобы красиво выглядело. I hope that my cooking skills is so good like my English. But no. Oh, really? Like, I was talking about my joke. Yeah. Usually we have English subtitles here. I speak on Russian and subtitles are settled in here. But not today, because today I'm streaming from phone. Good. Ну, сливки я взяла 33%, потому что там советовали специально 23-33. Я подумала, ну 20 мало, они загустеют. Фу, дрозда. Yeah, but by the way, we have some people from Owale, Arabic Union. Yeah. And true. Some people are here too. You can speak with them. Yeah. Some people, maybe two or three guys, they are watching movie with us. I just watched English with English subtitles, or watch films, movies with English subtitles here too, in this room. Вообще, да, если я готовлю немного, то можно пасту прямо вываливать в этот шум. Мой вот этот, наверное, нет. Вот, можно просто пасту вываливать сюда и сразу здесь готовить, но и так паста впитает все в себя. Не лучшая идея. Так, смотрим. Ну-ка, пробуем креветку сначала. Они такие маленькие. Привет, Гага. Креветки. Mm.
грамм ужарили сильно. Чеснока мало. Ну, реально, как будто мне мало чеснока. Я прям очень сильно его люблю, но мне мало его. Сейчас попробую с пастой. Спасибо за приятного. And by the way, я think I follow on Instagram. I just checked it. Have announced. Вот. Сейчас попробую полностью. Что-то хотела еще сказать. Джекс, привет! Так, сейчас, отвлекаю вас дальше. Окей, пробуем. Все вместе. Паста с креветками. Свежего больше. А сколько больше? Ну, я сделала 3 зубчика. 4. 4 зубчика. Мне мало чеснока, мне мало специй. Я хочу сюда лимонного сока добавить. То есть это вкусно, но я ставлю этому, ну, 7 из 10. То есть как бы 7 из 10, ну... 7 from 10, ну, как бы такое. Ну да, во второй раз я делала уже иначе немножко. Сейчас пробую сливки. Ой, сок добавить, лимонный. Лимонный. Пробуем. Не знаю, как это будет, вкусно-невкусно, но чесноком еще добавить. Так вот, короче, вопрос такой. Я как-то раз съела креветки, и они были такие, как резиновые. Ну, как бы не то, что резиновые, а такие упругие, которые жевать надо. Какие креветки считаются правильными? Которые надо жевать вот так вот, как резиновые, или которые распадаются у тебя во рту? Ну, я еще добавлю чеснока немного. Так, ну, гарлик. Эти переваренные. Можно удалить сообщение, пожалуйста. А что их надо делать? Отличных предпочтений. Ну вот я люблю, когда мягкие. Вот эти, в принципе, мягкие. Просто тогда, когда мы готовили, я не могла понять, это в креветках дело, в методе приготовления или в чем вообще проблема. Или так и должно быть. Ммм! Если добавить лимон, будет намного вкуснее. Это точно. Так, ну-ка, а где вообще помидорки? Потому что, по-моему, их нет. Да, они... Короче, когда это готовите, добавляйте шпинат в последние минуты и помидорки тоже в последние минуты, потому что от помидорок остался лишь сок и просто кожура. Все. То есть такое себе. Чисто кожурки ешь. Да-да. Чеснок, который я только что посыпала. В принципе, тоже спас ситуацию. И лимон. А, в смысле, для вкуса сливок помидорки? Мне наоборот, например, хочется чувствовать именно саму консистенцию помидорки. Добавила специи, ставлю этому не 7 из 10, а даже 8, наверное. И в креветке реально впитали.
почистила креветки. С панцирем есть. Ладно. Нормально. Так, ну что, рецепт я вам скину в телегу, если что. Ну да, нормально, нормально, нормально. Ой, тут такой свет хороший, оказывается. Надо было в эту сторону пробовать. Так хорошо, прям вау. Почему я не додумалась повернуть камеру? Так красиво. Чуть не упал. Ну да, 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 можно вот такой вариант. Угу. Можно еще очки надеть. Нет, так не видно. Нет, крошка. Я тоже не однушка. Кстати, надо по-другому делать. Ага. Кстати, надо по-другому делать. Жарить до готовности креветки и чеснок, а потом помидоры минутку. Затем залить небольшим количеством сливок, загустить, чтобы надо потом... Ну вообще нет, что можно сначала жарить до готовности креветки и чеснок, потом помидорки, половину где-то помидорок, потом добавить сливки, все загустить, сверху уже под конец добавить шпината и еще немножко помидорки. И сыра. О, у меня сыр еще остался. Ну ладно, видимо, потом. Вот. Блин, такой свет классный. Прямо нормально все видно, лицо, а не то, что было до этого. Чмо, Аня. Так, в общем, ну что? Окей. Кстати, смотрите, я телефон перенесла, и битрейт поднялся. Битрейт стал 2000. Хотя до этого был 300-400. Каким образом это произошло, я не знаю. Может, это реально из-за света? То есть, мне в чате Жора писал, что Наташа, у тебя битрейт, может быть, проседает из-за света. Хотя это вроде как бы от интернета зависит. Но почему-то вот как только мы перевернули, битрейт поднялся в два раза. Ну, типа, глупые вещи, да, не связанные с собой, говорю. Так, ну что, будем тогда заканчивать. На сегодня кукинг. Пойду сегодня отдыхать. А завтра с вами стараюсь в 8 утра приехать по Москве, запустить стрим. Поболтаем с вами часа полтора, как всегда. Вот. Потом посмотрим, возможно, что-нибудь. Может, поиграем с профильным вечером, какой-нибудь интерактив сделаем. Ну, в смысле, он удался. Мы его сделали полностью, нормальная, вкусная еда. Вот. Ой, что тут крыло. Так вот. И тогда завтра что-нибудь посмотрим. Если что, напоминаю, что можно зайти в телегу. Там есть фоточки. Вот. Не только мои, но просто как бы окружение, скажем так. И там можно в телеге предложить, если что, фильмы или сериалы, которые вы хотите глянуть. Если мне понравится, то мы так посмотрим на стриме. Вот. Иду стирать футболку, иду полы пылесосить. Мне мама звонит. Сейчас еще раз мне позвонит, 100%. Я попросила. Да, телега, к сожалению, по запросу. Вот, так надо. Пока что, вот так вот. Ну вот, ты сбрасываешь трубку. Как можно не понять, что звонить не надо? Вот ты нажимаешь на кнопку «сбросить». Тебе звонят еще. Ну не звоните. Бесит. Реально. Ладно. В общем, телега по запросу, ну, я добавляю, если что, как бы всех, так что спокойно добавлю. Бесит. Очень бесит. Да. А чё трубку не берешь? А чё сбросил? Да блин, я не просто так сбрасываю это. Не просто так, не случайно. Ладно. Я сейчас специально сказала, не звоните мне, не звоните.
Ну ладно. Хорошо. Вы еще клип сделаете. Блин, мне нравится свет на кухне. Может, на кухне стримить вот так вот. Чисто сидеть с вами и болтать. Очень красивый свет. Главное, красиво тут все выставить. Да, и поэтому я сбрасываю. Да. Хотя я позвонила перед этим, попросила всех мне не звонить. Не звонить. На. Мне Wi-Fi не сбрасывается, поэтому самолетик не вариант. А ты чё, зачем его записывал весь? Что-то случилось, мать, с тобой. Да. Ладно. В общем, всем желаю хорошего дня. Пошла кушать, доедать, отдыхать, телефон садится, сейчас выключится. И вот. Жду завтра в телеге, если что, тоже жду. Так что, да. Спасибо большое вам за помощь, помогатору. Вы что, сидели? Бать. Всем хорошего вечера. Да нормально я приготовила, не надо мне уголь, ну чё вы. Съедобно.